Сегодня хочу рассказать еще об одной системе для обучения детей программированию. Называется Code Combat. Вот тут, в принципе, есть и звук, и все. Но я его отключу, чтобы не мешал. Вот эта карта, проходя вот эти уровни и записывая код, ребенок изучает программирование. Тут подписано, что конкретно. То есть циклы, переменные, параметры. Вот на самом первом уровне здесь у нас 41 пример будет разобран. Значит, здесь есть как бесплатные уровни, так и платные. Ну, бесплатных очень много, поэтому можно зарегистрироваться и проходить уровни, изучать язык программирования, либо JavaScript, либо Python. Но тут вот есть разные игровые такие штуки, то есть достижения, героя можно выбрать и так далее. Тут можно зарабатывать самоцветы, отвечая на вопросы просто. Ну, попробуем, что это такое. Нажмем играть. Вот у нас тут карта. Нужно собирать самоцветы. У нас вот есть герой, можно его как-то тут продвинуть. Ну, я не сильна в играх, поэтому не знаю уж как. Тут нам нужно добыть самоцвет. У нас есть доступные команды, вот они перечислены вот здесь, ну или методы. То есть сейчас вот это у нас направо, это вниз. Вот таким образом это работает. Так. Ну тут можно посмотреть, что мы заработали за этот уровень. Нужно собрать все вот эти самоцветы, используя команды, которые нам доступны. Значит, у нас идти вправо, запустить. Вот оно у нас вправо идет. Теперь нам нужно идти вверх. Потом вправо снова. Ну вот попробуем. Теперь нам нужно вернуться, то есть тут два пути, либо назад, либо вот вниз. Ну пусть вниз. Потом нам нужно повернуть направо. Посмотрим. Ну, таким образом у нас алгоритмы. Ну вот, не получилось у нас. Надо было возвращаться вот так. А, не завершено. Ну вот, надеюсь, ребенку будет так вот интересно играть и писать команды. И будет полезно и полезно и весело использовать вот эту программу. На этом спасибо, стоп.